В понедельник на внеочередном заседании Тверской городской думы депутаты одобрили внесение изменений в муниципальный бюджет на нынешний год. Согласно представленным документам, увеличивается доходная часть в связи с поступлением межбюджетных трансфертов. О какой сумме идет речь и на что пойдут средства, расскажет Роман Быков. Более полумиллиарда рублей поступило в бюджет Твери благодаря федеральным и областным трансфертам. Значительная часть этих средств направляется на исполнение государственных полномочий в сфере образования и культуры, на выплату заработной платы сотрудникам. Дополнительно выделены 1,5 миллиона рублей на проведение ремонтных работ в одном из детских садов города. Распределяя поступившие средства, депутаты учли, что в городе идет большая ремонтная кампания. Реализуется национальный проект «Безопасные качественные дороги», а также региональные и городские программы. Они касаются не только главных магистралей Твери, но и районных дорог. Большое внимание уделяется не только проезжей части, но и тротуарам. Благодаря решению Думы, работы не только будут идти в нужном темпе, но и расширится список объектов, которые приведут в порядок. Часть улиц, которые будут отремонтированы, это в центр площади князя Тверского и около кукольного театра. Также будут и проводиться ремонты тротуарного покрытия. Вот на это мы перераспределили больше 170 миллионов. Кроме того, 1 миллион 400 тысяч рублей направляется на благоустройство игровой площадки в китайском парке, что находится неподалеку от Республиканской улицы и давно стал одним из любимых мест отдыха горожан.